Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарка, значит. Вот. И такой вот вопросик, часто задаваемый, значит, почему женщины, значит, носят короткие юбки. Я как-то раньше об этом не задумывался. И я нашел в интернете ответ. Вот смотрите, ответ, почему женщины носят короткие юбки. Короткие юбки? Ну, сейчас летом же идет, ну, весна, ну, когда там, как сказать, тепло такое, вот. Ну, правильно же? Ну, когда холодно, они в колготки ходят, а когда тепло, они там, ну, жарко не было, там, воздух был красивый, воздух, не воняли, вот, когда вот мальчики сидят, не воняли, вот.